Это известно, что это жестоковыйный народ. Что народ способен услышать вот на этом этапе? Народ все-таки способен услышать правду. Нельзя здесь скрыть половину, несмотря на то, что есть вещи, которые невозможно прямо сказать, потому что их не примут. Но все-таки часть за частью постепенно нужно отрезать это от истины, и так это представлять и народу, и всему миру. Мы обязаны это сделать, а иначе не будет этому конца. Что ты думаешь, Норма? Да, вы до этого сказали, что это было бы глупостью, если бы это слишком грубо бы мы говорили. А вот постепенно надо объяснять. Поэтому я и спрашиваю. Мы уже получили очень сильный удар. И что-то все-таки поменялось все-таки в народе, в понимании? Или вы чувствуете, что еще пока нет? То есть что они способны все-таки услышать? То, что они способны услышать, я не знаю, но все, что услышат, это также будет хорошо. Должна быть система постоянная, правильно действующая от этого момента и до конца исправления. Постоянно мы должны объяснять на различных уровнях и давая различные примеры, что мы должны делать, почему мы находимся в такой реальности, почему, и что эта вся реальность хочет от нас. Это мы должны представить всем и не убегать, и скрываться. И это нехорошо. Это нехорошо.